Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Hardreset Info. Я вам покажу, как с настройки Realme C17 сделать сброс настроек камеры. Что на данном случае сделать сброс настроек камеры? Нам будет нужно перейти в саму камеру, здесь же в самом верхнем углу в шестереночку такую, где у нас же в самом низу будет восстановить настройки по умолчанию. Переходим, восстановить настройки по умолчанию, подтверждаем, нажимаем. И как только мы их нажали, настройки сразу были сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.